Другим темам. Панамский канал вновь открывает свои воды. 9 лет реконструкции подошли к концу. Торжественная церемония состоится сегодня в присутствии многочисленных иностранных гостей. Россию представит заместитель министра транспорта. На первом судном, которое пройдет по обновленному водному пути, станет китайский контейнеровоз. Основные работы заключались в расширении канала. Теперь по нему смогут проходить суда еще больших размеров, а пропускная способность возрастет в 2 раза с 300 до 600 миллионов тонн в год. Ранее по водному пути проходило 4% мировых торговых грузоперевозок и 16% торговых грузоперевозок США. Напомню, канал был построен более 100 лет назад, но под панамскую юрисдикцию перешел лишь в 1999 году.